Всем привет! Продолжаю ремонт в убитой двушке. Сегодня у нас какой? 12-й день. Так, вчера сняли плитку ПВХ с пола. Так, сегодня буду клеить плитку керамогранит. Так, в спальню заказчик так не привез керамзит. ГВЛ тоже не хватило. Сегодня обещал, что привезет. Посмотрим. В принципе, работа осталась тут часа на 2-3. И спальня будет закончена. Под дерево сейчас модный тренд сезона, скажем так, керамогранит, имитация дерева. Вот такой у нас чертеж. Так получается, так это мы здесь, этот коридор, это этот. Так, сейчас подмету, загрунтую и начну клеить плитку.
На удивление ровная плитка. Керамогранит. Такое вообще встречаешь не часто, чтобы плитка длинная вот такая. 15 на 60. И больше пыли обычно у них. Вместе огромный горб. Вообще вся на винтом. Эта плитка, как ни странно, имеет вообще хороший, идеальный, можно сказать, геометрические формы. Причем, как бы она считается, такая бюджетная плитка. Заказчик покупал ее в Европе.